Грибуш, давай. Веточка наша. Вот. Решила заснять. Давай. Давай. Стоит мальчик наш, стоит, да? Ля-ля-ля-ля-ля. Trucci, cavalli, morelli, sono arrivati alle porte di Roma, fermo, comprare giocherelli, trucci, trucci, cavalli, morelli. Non cuba. Chi è che va a cavallo? Il re di Portogallo. Chi ce lo porta? La cavalla zoppa. Chi la zoppa? Il levo! Dove la porta? Il fuoco, la brucia. Dove è il fuoco? L'acqua l'ha spento. Dove l'acqua l'ha bevuta il bove? Dove il bove? È andata in campagna, non c'è castagna, non c'è castagna. Ехали мы, ехали в город за орехами, по кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам, в ямку, бух. Да? Il cavallo del bambino va pianino, il cavallo del gradasso va di passo, il cavallo del giovanotto va di trotto, il cavallo del vecchietto va zoppetto, quando il re sta sulla groppa si galoppa, il cavallo так, che va in guerra скачите, va per terra, va per terra. Я никак не могу за вами уследить. Совсем не попадаю. Вот я все равно не согласен с Татьяной, потому что я с ним вообще не согласен. Но слушайте, и мой сладкий, и мой калевочий. Есть смысл в том, что действительно американские неоходы действительно объявляли теорию контролируемого хаоса. То есть они говорят, если мы не можем контролировать эти страны, и мы не можем эффективно их оккупировать, ну, у нас человеческая жизнь очень дорогая, мы не можем оккупировать эффективно афганцев, то мы должны создать на систему некую хаоса, которая позволит им стать врагами. И в этом смысле американцы, условно говоря, я не верю, и здесь я не согласен с президентом Рубинян, не устраивали там революцию. Но они воспользуются этим как контролируемым хаосом. И с этой точки зрения абсолютно не бесспорно, что они захотят этого в России. Потому что здесь атомная...